Итак, всем привет, друзья, на связи Uncle Finito. Sorry. Погода влияет на вокал. Короче, безбожный союз Metroidvania Souls-like. Игра The Last of Face сегодня будет на наших экранах. Сегодня мы посмотрим демку. Дата запланированного релиза будет 15 ноября 2023 года. Так вот, смотрю, сейчас по Steam увидите сами. По об этой игре вы не пощадите никого, кто встанет у вас на пути, будет, будь то грешник или святой. Вот такая херня. Так, ладно, давайте начинать, посмотрим. Сбой, нет лицензий. Так, очень интересно. Опять сбой, нет лицензий. Вот он. Только можно купить. Опять же купить. Почему демку нельзя запустить? Без понятия. Ну, купить меня сейчас, наверное, на этот перебросит. Ну да, типа, видимо, закрыт для моей страны, что ли, или типа того. Да, нет лицензии. Вот и мы поиграли, блядь, в демку, которая нахуй уже, в принципе, не работает в этой стране. Заебись. С вами был Confined, до новых встреч. Ну, естественно, мы, наверное, не будем сейчас прощаться. Я думаю, наверное, что-нибудь можно запустить другое. Ну, не знаю, чтобы еще можно было чекнуть, чтобы уже эфир не прорывать. Прежде чем, конечно же, запускать, надо подготовиться, посмотреть. Я тут решил на рандоме, думаю, блин, надо это самое взять и просто нихера не запускать. Типа, сразу запустить, в смысле, на стриме прямо и не проверять ничего. Вот это обосрались так обосрались. Ладно, запускаю Halls of Torment. А что делать? Я пока больше ничего не вижу. Такого, чтобы можно было еще что-то сегодня поиграть в ближайшие 30 минут. Была каточка на Хэллоуин у нас. Я попробую пересброшу все, естественно. Будем потихоньку это все заново набивать. Я, соответственно, не ищу легких путей. Мне похуй, и начинаем все заново. Блять. Yes, yes. Игра чистого с нуля вообще прям. Только у меня опять прогресс сохранился. Я думаю, надо это вообще полностью заресетиться. Do it. Так, есть же этот самый контроллер. Сразу хочу посмотреть, что внизу. Здесь все закрыто. Блять, return to camp, окей. О! Можно было так лайфхакнуть, короче. Сразу выйти. У меня кнопка не работает, что ли? Уедь. Базовая регенерация, метаболизм.
За свитком, думаю, надо попозже. Сначала пойду на верхний квест, где нарисована рука или что-то типа того. Золото, золото, золото. Я бы к скорости надо что-то. Подъехал. Спит. Комплитед. Так, Аркейн Сплинтер, обилка подъехала, но я думаю, надо брать. Астроном Сорб я видел. Лайтнинг Страйк, наверное. Первое, не помню. Мне левел дают с этими, так разносит их всех этой аурой. Swift Feel, Movement Speed. Critic Bonus, я думаю, надо выбрать. Не знаю. Гайды не читал, не в курсе.
Longfingers. Плюс 10% дамага. Базовая. Плюс 3 к базовой защите. Основной защите. Force Movement Speed, естественно, на 6%, повыше, побыстрее. Вот, кстати, независимо от того, дошел я до этого, до квеста или нет, по-моему, будет появляться. Я почти дошел. Месяц здоровья. Сейчас действует на меня какая-то пентуха. Крит шанс. Так, один удар мудаку остался, но я что-то их очень много, этих чуваков, а, вобли. Что-то я его все-таки успел взять. Так, сейчас посмотрим. Гельмет, Light Armor, Critic Bonus. Ну, вот это, я думаю, один взять стоит, по крайней мере. Сейчас бы мне подхилиться бы было очень неплохо. Я устал. Сейчас.
Осталось немножко добежать. Сделаем прогнозик. Добегу, не добегу. Из прогноза будет, но у нас 5 минут. Сдаем. Ай, блядь, не сюда, сука, ёб твою мать, блядь, там ёбаная бочка была, сори. Блядь. Щит, 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 вообще щит просто. Всех убежал, но нет, это не точно. Один босс. Но тут за всеми, блядь, не уследишь. Не видишь всех подряд сразу. Прокачка нужна правильная какая-то. Вот. И надо, конечно, гайды почитать по-хорошему. Специально посвятить этому какой-нибудь стрим, может быть, даже. И чекать, чекать, чекать. Но так как у нас сегодня не получилось Last Phase запустить, ну, хотя бы одну карточку я здесь уже хотя бы приступлю к тому, что у нас уже будет хотя бы готовое хотя бы начало за Halls of Torment. Ай, бля, она сверху была, да? Я пропустил. Только действовал. Вот она, реликвия лежит. Какой-то хер пришел к ней. Фантом Нидлс. Конечно, Фантом Нидлс. О, хоть что-то будет интереснее. Становится, блять, больно. Билка минус 5, атака спид, нет. Вот это лучше. Спид атак. Бать, это кто? Опа, 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 вот здесь взрывают сразу, вообще мгновенно. Critical bonus, defense, attack speed, ability. Че жестко ебашит. И cap range, damage ability. Стенс, вторая ступень, 10% рангу и к дамагу. Иду все-таки вот это, 16-е. Левел 16-й. Какой у меня сейчас? 19-й левел? Надо вот так приступить. Теперь, кстати, у меня нет таких квестов. Выживалка начинается, survive. Ай, блять. Yeah.
Очень сложно становится. Так, дамагу. Скелет должен упасть. Есть. Аркейн Сплинтер. Кстати, тут только уже обилки надо брать по-любому все. Ну, то есть, какие есть. Уже выбор, в принципе, заканчивается. Ага, 70 без хелл, но это типа добавится к этому, к жизни. Мне лучше форс возьму. И сам подхилиться не начну. Это было больно. Кейшн второй ступени, регенерация. Самое главное в моем случае сейчас. Какой-то босс есть или что-то типа того. А, вот здоровый скелет какой-то. Крит бонус или базовая регенерация? Конечно, базовая регенерация побольше. Комплит, вок. 50 тысяч метров прошел, получил ачивку. Эй, блядь. Спида так, да? О, как они быстро накидываются, кстати. Вот эти самые твари вообще с копьями. Очень быстрые. Как будто это как его. Да. Ускоряются. Ну, походу, все, мне пиздец. Пиздерики, пиздерики, пиздерики. Дамага. Кайф, еще одна чивочка. Не успеваю прочитать, правда. О, я какой-то стал супер быстро перемещающийся, передвигающийся какой-то. Значит, произошло. Каверс 14 минут left. Прошел на 14 минут что-то там. Ай, блять, ёбаный. О, пиздос, 64 хэлла. Успел. Это самый мой лучший рекорд, господа, на сегодняшний момент. Я думаю, мы еще будем больше настигать от какое-то значение в этом плане. Килл 3100. Дамага нанес 679к. Дамаж ресивт. Это типа, не знаю, 5500. Не знаю, что за ресивт. Голд коллекция 338. Сурвайв тайм 975. Короче, я золотился. Левел свордсмен 25 левел. Статы, все дела. Кайф. Ладно, на сегодня будем заканчивать. Ну, не получилось сегодня у нас. О, открылись новые, да, какие-то строения, которые, мне кажется, там можно что-то либо продавать, либо качать. Но это уже в следующий раз, чисто посвященный стриму Halls of Torment. Сегодня не получилось Last Phase запустить. Сами все это видели на записи. Так что на сегодня будет все. Всем спасибо за просмотр. Всех, кстати, с праздником. День народного единства сегодня.
2023 году. Ну и до новых встреч. Всем пока.